Ура! Всем привет! Сегодня мы с вами будем снимать... Блин, я не то сказала. Приветствую вас на моем канале. Меня зовут Лилия Донскова. И сегодня у нас долгожданный обзор заказа из каталога номер 6 компании Oriflame. Точно 6? Тот каталог, который действует с 22 апреля. Заказ получился на 250 баллов. И я, конечно, сейчас все вам расскажу. Что-то я уже попробовала, что-то мы откроем с вами вместе, будем пробовать. И будем рассматривать, что же здесь особенно классного. Конечно, wellness в заказе обязательно, женский в этот раз. Wellness pack мы пьем регулярно. Вы уже, наверное, привыкли по моим роликам, кто смотрит постоянно, что wellness у нас в заказе постоянно присутствует, потому что... Wellness дает нам не только здоровье, но и красоту, потому что благодаря Wellness кожа напитывается изнутри, клеточки становятся еще красивее, такие они, ух, здоровенькие, поэтому лицо молодое, красивое сохраняет, ну и, в общем-то, все тело. Далее, я взяла нам набор с папайей, вот такую красоту, очень красивые баночки, очень милая цена, всего 119 рублей по цене каталога. И я уже попробовала, буквально прям вот сегодня сразу, я ждала курьера, не умывалась, встретила его такая ненакрашенная, он так смотрит на меня непривычно. Шикарный аромат, как пользоваться средством? Средство не пенящееся, это крем очищающий, его нужно нанести на кожу. Я пробовала на мокрую кожу и на сухую. Когда я нанесла на влажную кожу, то я дольше могла работать, и пальчики скользили по коже. На той стороне, где я воду не использовала, гораздо быстрее впитался крем, и уже надо было его смывать. То есть, если вы хотите более тщательно сделать очищение, то сначала кожу нужно ополоснуть водичкой. Далее я нанесла крем. Мне вот было интересно, ведь я пользуюсь NovAge уже много лет, и для меня кремы из категории вот такой вот, ну, недорогих, они как бы для меня непривычны. Мне было интересно, как кожа будет себя чувствовать. Ну вот, я могу сказать, что я его нанесла, во-первых, очень много, и он долго впитывался, то есть его нужно совсем чуть-чуть. Но ощущения приятные. Потом я сверху сделала макияж, крем не свернулся, то есть не было вообще никаких дискомфортов. То есть сейчас на мне макияж... Буквально без праймера даже, просто одна тональная основа, немного пудры, буквально сразу на крем. То есть я сделала всего вот такой простой уход, очень приятный. Аромат бесподобный. Сейчас я вам покажу, что в баночке она была закрыта фольгой. Такая вот куча ароматного крема. Вот, честное слово, хочется взять ложку и просто его съесть. Настолько он вкусный, вкусный, вкусный. Не укатывайся далеко. Так, далее. Это под заказ. У меня много людей заказали эту серию. Одна девушка взяла полный уход. Вот я отдельно ставлю, чтобы мне не путаться. Так, что у меня еще здесь? Под заказ крем для рук с авокадо. Я такой крем не брала, но себе я тоже взяла из этой серии крем. Покажу вам чуть позже. Так, у меня в заказе новый дезодорант, новинка. Обратите внимание, их так много, они все разные. С серой крышечкой, это тот самый, который не оставляет следов на темной одежде. Вот так он выглядит. Ну, по форме мне нравится. Мне и прошлые очень нравились. И этот немножко изменили форму, тот был такой приталенный, а этот более как мальчик. Мальчик-мальчик. Так, что еще? Пена, огромная пена, это под заказ. Обратите внимание, она представлена во вставке каталога. В ней 500 мл, то есть пена такая густая, она очень концентрированная, перламутровая, и она с ароматом шампанского. Брала я себе такую 2 или 3 раза, очень довольна. И я ей, кстати, пользовалась просто как гелем для душа. А какая разница, да? Я вот так спрашиваю. Пенится классно, пахнет классно, кожа чистая после этого, ну, я очень довольна. Так, здесь гель для интимной гигиены, взяла себе с маслом розы, с розовой водой, прошу прощения, там еще у нас есть с ромашкой, но мне с ромашкой как-то поднадоел, потому что я их так часто использую, вот взяла вот такой попробовать, ну, как попробовать, я его тоже раньше пробовала, соскучилась, так скажем. Кстати, очень популярный у меня вот такой крем в заказах. У меня уже еще таких 2 заказали. Это крем для глаз «Невероятные эффекты» серии Optimals. Он сейчас переименовался, но все равно для меня он невероятный эффект.
плотно закрыта коробочка, не покажу, маленькая баночка, 15 мл. В чем магия этого крема? После того, как вы его нанесете на кожу вокруг глаз, мгновенно снимаются припухлости и менее заметными становятся темные круги под глазами. Разве это не магия? Особенно припухлости. Вот зачастую бывает такое, что я утром встаю, а у меня глаза немножко как бы, ну, припухлые. Я очень много пью воды на ночь, я ночью просыпаюсь, я пью воду. И у меня немножечко бывает такое, и он классно-классно прям справляется с этой задачей. Вот я себе какой крем взяла. Я взяла с облепихой. Но, во-первых, мне его просто рекламировала моя консультант Наталья. Она мне несколько раз сказала, ты не брала этот крем, он же просто потрясный. И я решила взять попробовать. Тем более с такой огромной скидкой, это тоже мое, поэтому смело мажусь. Но он правда бомбически пахнет, очень классно впитывается. Видели, я прям нанесла маленькую каплю, и мне вот хватило на всю руку. Я его растащила на всю руку. Классный. Ну, я просто обожаю кремы в Oriflame. Мне только один аромат не нравится. По-моему, шелка кашемир серия называется, такая розовенькая. Просто не нравится аромат, а крема все нравится. Так, тоже под заказ лак для ногтей, такой розовенький. Его код 33260. Тоже заказала милая дама. Так, что еще? Еще один крем, тоже с папайей. Вот сюда мы его поставим. Пилочки для ногтей, они вот собрались все вместе. Ну, их тут, по-моему, 3 штучки. Да, они идут тоже во вкладыш от каталог. И у них такая приятная цена, по-моему, 55 рублей всего по цене каталога. 3 пилочки небольшие, удобно носить с собой, чтобы быстренько поправить маникюр, если вдруг да, зацепка какая-то и так далее. Так, что здесь еще важное? Набор. Я взяла набор удачный. Смотрите, он действительно удачный. У него прекрасная цена. Я вам сейчас даже напомню, какая у него прекрасная цена. Кстати, вот эти кремы всего по 99 рублей для рук. Так, где у нас удачный набор-то? Я его не потеряла. 369 рублей. Вот за все 3 продукта. А если есть скидка 20%, то значит цена еще меньше. Ну, получилось что-то в районе 300 рублей. Смотрите, жидкое мыло для рук. Очень концентрированное, очень густое мыло. Я такое брала как-то раз. Мне очень нравятся жидкие мыла, я их постоянно заказываю. Шампунь и кондиционер 2 в 1 с ромашкой и авокадо. То есть вся такая серия, какая-то вот растительная, зеленая, такие неприторные ароматы, как я обычно выбираю, да, и гель для душа тоже олива и алоэ, тоже я такой гель брала, и тоже, посмотрите, какой густой. Я вам напоминаю, что у нас настолько экономичная продукция, не надо лить шампунь целую ладонь, да, и надо чуть-чуть, вот я даже на свои длинные густые волосы, мне нужна прям такая вот маленькая капелька, как на чайную ложечку, главное хорошо взбить в ладошках все с водичкой и уже пенку наносить на волосы, тогда вы их хорошо промоете, у вас не будет ощущения липкости на волосах, то есть будет все очень классно. Так, еще под заказ у меня 2 таких необычных продукта. Это чехол водонепроницаемый для телефона. Я не буду открывать, потому что это под заказ. Тоже заказала моя знакомая. А я ей говорю, а зачем вам? Она говорит, а как же? А на пляж? А если на телефон попадет влага, или я его уроню в воду, пусть он лучше будет в чехольчике. Вот она заказала себе и своей подруге. Ага, еще один крем для век. Я же говорю, что он у меня очень популярный. Поэтому мы его сюда поставим. Дальше. 3 масла для волос. Питательные. А, для сухих поврежденных кончиков, да? Вот, такие 3 масла. Элио, 2 мне, 1 под заказ. Я просто без этого масла не могу жить. Как вам его открыть, чтобы показать? Вот, вот так вот. Я не знаю, брали вы или нет, но я очень рекомендую. Это шикарный уход за волосами, чтобы они росли красивые, ухоженные, напитанные были. Смотрите, вот такая вот упаковка, пластик. Большой достаточно объем, здесь, по-моему, 50 мл. Удобный дозатор. Я прям выдавливаю в ладошку, вот так вот растираю и наношу уже с рук на волосы, распределяя.
И у меня прям волосы напитываются, как они хорошо расчесываются после этого масла. Такие они становятся гладкие, шелковистые. И очень вкусный аромат. Здесь масло розы и органовое масло. Это самые ценные масла для волос. Поэтому нужно волосы свои, конечно, баловать. Три талька. Обращаю ваше внимание, тальк для ног наконец-то вернулся к нам в каталог. Кстати, вот я вижу сейчас на лампу, здесь его примерно вот столько насыпано. То есть упаковка большая, а талька, да, половина, по половинке. О, хорошо мне видно. Я взяла один себе, один маме, один под заказ, потому что сейчас лето, жара, и как можно пользоваться этими тальками. Вот так повернете, проколите дырочки, чтобы вот не все, да, достаточно две дырочки проколоть. Вам этого хватит, чтобы, как говорится, ну, насыпать не слишком много, потому что если вы насыпете сразу много талька, куда его девать? Его можно насыпать в туфельки, в ботиночки, просто растирать на ножках, можно в носочки. То есть если ноги сильно потеют, то тальк будет хорошо впитывать эту влагу, и ногам будет очень комфортно. При этом он еще слаймом, ну, не помню, что еще там в состав входит, то есть у него будет еще приятный аромат. Поэтому рекомендую, ножки надо баловать, за ними надо особый уход. Взяла точилку, наша Oriflame точилка, какая она классная, самая лучшая точилка, которую я пробовала. Даже в Oriflame еще такой не было классной точилки. Кисточку заказали, открывать не буду, это кисть, наверное, для губ, такая с колпачком. Снимите колпачок, перевернете, ставите с обратной стороны кисти, она станет такая длинная, длинная профессиональная кисть. Два ножа. Почему два? Потому что заказ на меня и на Мишу, поэтому мы уже получили первые свои ножи по акции. Это нож универсальный. Я сейчас его прям открою и вам покажу, как его открыть-то. Надо было в прошлом каталоге сделать заказ на 60 баллов, чтобы в этом каталоге получить нож за 199 рублей всего. Вы знаете, моему удивлению не было, как говорится, границ. Как его открыть-то, чтобы он распечатался? Я открываю бумагу, а там опять бумага. Сейчас, подождите, вот так вот. Ну, нет у меня таланта вскрывать упаковки. Не знаю, как его открыть. Ладно, пока буду рассказывать. Я была в магазине и увидела как раз вот отдел, где вот всякая посуда, ножи. И стоит набор из трех ножей, вот точно такие же, как нам компания предлагает. Маленький, средний и большой. В подставке, в прозрачной. Вот прям один в один. Знаете, сколько стоит? 6400 рублей. Цена зачеркнута и написано 50% скидка. Но там все равно 3200. У нас с вами весь набор получится за 600 рублей. Подставка придет в подарок. Как открыть? Помогите кто-нибудь. Я не знаю, кто бы мне пришел на помощь. А, все, поняла. Я вот щетки зубные никогда не могу открыть. Мне Миша открывает. И вот это тоже у меня проблематично. Так, это потом. Ну, рассмотрю теперь я этот нож. Ага, керамика, ну, вообще по звуку как металл. Очень удобная ручка. Тут еще такие пупырышки, чтобы не скользил нож. То есть, если мокрая рука, она может соскользнуть. А здесь такие пупырышки классные, смотрите. Очень удобный, я думаю, он будет. Сегодня же прямо пробую, сразу открываю ножи. Не буду ждать, когда вся коллекция соберется. Я, кстати, такой человек, я люблю пользоваться сразу всем. Я не люблю там копить, накапливать и так далее. Так, у кота новая игрушка. Бумага. Зря я ему отдала. Ну, очень здоровский нож. Надеюсь, вы тоже получите такой нож. Кстати, не заметила, здесь еще на лезвие, когда он запечатанный, такой пластиковый колпачок, чтобы, наверное, он не ломался, не поранится. Надо будет его найти, а то я его выкинула коту. Так, похвалилась. Я молодец. Надеюсь, вы тоже такие же молодцы, как и я. Мыло под заказ. Всего по 49 рублей мыло. И еще два продукта. Сушка для ногтей, то есть лак, чтобы сушить не ногти, а лак на ногтях, чтобы он быстро сох. И при этом такое у него глянцевое, красивое покрытие. Мой, кстати, любимый продукт вот из них. И из серии Color Box помада.
тоже заказали. У меня очень много заказов уже с первого же. Обычно я все себе сначала заказываю, потом рассказываю всем, что я взяла, хвалюсь, даю пробовать. И у меня начинаются все заказы. В этот раз я настолько была впечатлена вот этим ароматом папайи, дезодорантом, вот этим тальком, да, и вообще всеми продуктами, то я ходила, всем рассказывала, у меня уже присыпались заказы. Еще одна помада. Ой, какой темный оттенок. Кстати, помада очень популярная. И посмотрите в каталоге, где эти помады, они со скидкой по 99 рублей, и там часики. Часики тикают. Это значит, что продукт уходит из каталога. Будет что-то новое, но не сразу. Если у вас уже есть любимые помады, то запас нам делать прямо сейчас. Так, еще один кусочек мыла, уже другой. Так, и что у нас дальше? Аромат. Это под заказ. Аромат The One Discuse. У меня был такой аромат. У него ноты клубники настолько вкусные, и он очень стойкий. Я не помню, это парфюм или... Да, женская парфюмерная вода. Но он очень стойкий, и он такой вкусный. Я прям вот рекомендую. Кстати, у меня заказала подруга. Она просто потерла странички в каталоге и заказала два аромата. Amber Elixir и The One Discuse. Два таких вкусных, классных аромата. Они в этом каталоге с большими скидками представлены. Так, еще я заказала себе лосьон после загара. Планирую уже скоро загорать. Уже у нас солнышко, тепло. Сегодня 20 градусов, наконец-то, в городе. Так, и здесь у меня краски. Вот смотрите, вы меня спрашиваете, как я крашусь. Я использую нашу краску, нашу, Oriflame. Ничего не придумываю другого. Я смешиваю две упаковки. 9.0, это светлый оттенок. И вторая упаковка медный, 4.54, медный каштановый, по-моему. Я беру только половинку, не целый, то есть на две светлых я беру половинку медного. И получается вот такой цвет, вот буквально свеженький, прям только покрасилась. Поэтому смотрите, я взяла на два раза, получается, у меня уходит 2,5. Вот 5 коробок мне хватает на два раза покраситься. Я рада, что такая большая скидка в каталоге, то есть, ну, хорошая экономия на краске. Крашу я, кстати... Или сама, или ко мне приходит парикмахер прям на дом и красит. Но я и сама справляюсь. Первые разы она меня все время красила. Сейчас уже волосы напитались краской. И я сама справляюсь. Далее. Что я взяла со скидкой 50%? Пока взяла только вот такой крем. Novage Экологен Wrinkle Power. Это новинка SPF 30. Из новой серии. Я себе взяла всю серию. Мне очень понравилось. Просто я в восторге от того, какой эффект дает эта серия. Вот реально вот так вот бам, и морщины стирает. Бам, и лицо с каждым днем становится все красивее, более таким вот ухоженным. И я говорю, я к себе к юбилею сделала такой подарок. И так как мне эта серия очень нравится, я просто сейчас со скидкой 50% буду брать продукты, которые быстрее заканчиваются. Крем дневной, крем ночной, сыворотка, крем для глаз. Очищения, конечно, мне хватает надолго. Вот. Все. Вот и все. Мы посмотрели все. Там еще каталогов очень много. Вот новый крутой каталог. Я уже полистала, уже слюнки пустила. Я уже знаю, что я хочу с него заказать. Надеюсь, вы тоже так же любите продукцию Oriflame, как и я. И все время себя балуете новинками. А мои видео вам помогают сделать самый наилучший выбор. Ну что, если видео понравилось, вас лайк. Вопросы пишите, не стесняйтесь, прям в комментариях. Многие пишут мне в личку. Ребят, пишите в комментариях, потому что, когда вы пишете мне, только вы вот ответы знаете. Когда вы пишете в комментариях, я отвечаю, и многие люди прочитают, им будет это полезно. Поэтому не стесняйтесь, пишите. И до новых встреч! С вами была Лилия Донского. Пока-пока! Отличного летнего настроения! GoPro, стоп-видео!